Из-за температурных перепадов на скатных крышах домов образовалась наледь. Для ликвидации опасных зон следует обращаться в обслуживающую организацию. Проблему решат коммунальные службы. Вместе с этим спасатели призывают соблюдать простые правила безопасности. Обращать внимание на крыши с обледенением, обходить места возможного падения снега и наледи. Если услышали над головой шум, следует немедленно прижаться к стене здания или встать под крышу. Также не рекомендуется парковать авто рядом с опасными строениями. О мерах предосторожности нужно напоминать и детям. Следует обходить здания, которые представляют такую угрозу, но чаще всего они будут ограждены специальными ограждающими лентами с предупреждающими табличками, чем сейчас и занимаются собственники и балансодержатели зданий. Но, конечно же, не только сосульки являются опасным фактором. Следует и правильно одеваться, чтобы не получить обморожение, различные травмы. Чтобы снизить теплоотдачу организма, ваша одежда должна быть свободной, не должна сковывать движение. Безусловно, надевайте шапки, укутывайтесь шарфами, не забывайте про своих детей. Конечно же, надевайте перчатки или варежки. Чтобы избежать падения в гололед, следует выбирать обувь с рельефной подошвой, обходить замерзшие лужи, склоны и лестницы.